подошел к жерлице. Еще издалека смотрю, стоит флажок. Но не крутит. Оно вымотало. Вымотало. На жерлицу. Вот такая красотка. Первая в этом году. Щучка. Здорово. Вот такой у нас сегодня улов получился. Окуней много, но он не крупный. Крупнее вот, вот такие. Вот. Вот такую щучку на блесну взял сегодня, а я чуть побольше на жерлицу. Вообще вот улов неплохой, если количеством брать. Мелковатый, но приятно было половить.